Армянскую оппозицию в лице движения по спасению Родины, видимо, ждет переформатирование. Нынешний формат не оправдал себя, о чем свидетельствует хотя бы заявление Роберта Кочеряна о намерении участвовать в выборах, заявил армянский политический эксперт Ашот Сафарян. Он подчеркнул, что Кочерян не скрывал своей поддержки и симпатии оппозиционному движению. По мнению политолога Норайра Дунямаляна, очевидно, что движение исчерпала свой потенциал, столкнувшись с несистемным подходом и явным конфликтом внутри самих партий, сформировавших этот альянс. План по премьерству Манукяна провален, и сейчас надо выдвинуть более сильную кандидатуру, например, Роберта Кочеряна, с расчетом на то, что это станет ответом на существующие вызовы и позволит не утратить потенциал и нынешний уровень электоральной поддержки, считает он. Но вместе с тем оппозиция до сих пор не институционализирована, не представила внятной программы, говорит эксперт. Неизвестно также, с чем и с кем Кочерян пойдет на выборы. Непонятно, какие партии примут участие в выборах, при каких условиях состоятся эти выборы. Политолог Степан Данилян отмечает, что среди сил, составляющих движение, непременно найдутся партии, которые поддержат Кочеряна на выборах и станут его политической опорой. Однако он затруднился назвать эти силы.